Вот сейчас эти дома 50-х годов, они большей частью попали в непригодные периоды. Ну и потом, в 90-е тоже соседа там комнату купили, отселили. И эти коммунальные квартиры имеют площадь от 80 до 100. С учетом действующей редакции 89-й статьи, чтобы обеспечить равноценность, мы сейчас строим вот таких около 100 квартир. Пятикомнатная. 123 метра. Вот она. Я ее трамваем называю. Четырехкомнатная. Троллейбус. Вот это два дома специально переделаны под эту программу. Значит, вот, пятикомнатная квартира. Видишь? Хотите, подойдите, посмотрите. Значит, приходят люди.